Пытливая инженерная мысль добилась того, что двигатели внутреннего сгорания можно теперь заправлять этанолом. Но это пока не относится к людям, садящимся за руль. Однако житель областного центра 59-го года рождения решил, видимо, поставить своего рода эксперимент. Выпив алкоголь, он сел за руль мотоцикла МТ, посадил сзади пассажирку и отправился в путь. На улице Стефанова, напротив уральских казарм, мотоцикл потерял управление, вылетел на разделительный газон и врезался в декоративный камень. Водитель мотоцикла и пассажирка были доставлены в 5-ю горбольницу с травмами средней степени тяжести. По данному ДТП проводится расследование.